477 метров в длину, 124 метра в ширину. Максимальное водоизмещение – 1 миллион тонн. Это Pioneering Spirit – самое большое строительное судно на планете. В июне 2017 года около побережья Анапы оно приступило к уникальной миссии – созданию глубоководного газопровода «Турецкий поток». С мостика старт работе дал президент России Владимир Путин. Команде Pioneering Spirit впервые в мире предстоит протянуть две нитки трубы большого диаметра на глубине свыше 2 километров. Первый этап – переход от шельфа к глубокой воде, один из самых сложных. В мае 2017 года другой трубоукладчик протянул первые 31 километр нитки от берега Анапы до границы российского континентального шельфа. Рельеф дна Черного моря в этом районе напоминает пологое плато. И здесь начинается резкий спуск к абиссальной равнине. С помощью специально разработанной лебедки Pioneering Spirit захватывает на мелководье и поднимает на свою трубосварочную установку конец трубопровода, который был ранее уложен судном «Аудейшая». Вот здесь, на главном конвейере, к нему начинают приваривать новые сегменты трубы. Как правило, форма трубопровода между судном-трубоукладчиком и морским дном напоминает английскую букву «S». Такую форму помогает сформировать стальная конструкция, которая называется «стингер». 24-метровые стальные трубы сваривают, подвергают проверке и наносят специальное покрытие на борту судна. Затем погружают в воду с помощью 170-метрового стингера, который закреплен между бортами в носовой части Pioneering Spirit. Такое инженерное решение обеспечивает высокую скорость работы трубоукладчика. Под палубой Pioneering Spirit скрывается настоящий сварочный завод. Сюда поступают заготовки, доставленные вспомогательным судном с берега. Сначала трубы длиной 12 метров и весом 9 тонн каждая сваривают между собой. Электроды работают под слоем специального порошка, что позволяет полностью выжигать кислород и обеспечивать идеальное сварное соединение между отрезками трубы. После ультразвуковой проверки шва 24-метровые соединенные отрезки трубы подаются на главную линию. Здесь на более чем 6 сварочных станциях идет непрерывный процесс сварки. После сварки и проверки шва наносится специально разработанное полипропиленовое и эпоксидное покрытие для защиты от коррозии на морском дне. Во время испытаний труба и сварочный шов должны выдержать внешнее давление свыше 400 атмосфер. Это значительно выше эксплуатационных параметров будущего газопровода. Выдержат здесь, значит, труба не подведет и на дне моря. Трубопроводная система рассчитана на срок эксплуатации до 50 лет и отвечает самым строгим международным стандартам качества. Турецкий поток – первый газопровод, который прокладывает Pioneering Spirit. Две нитки пропускной способностью по 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая свяжут крупнейшие месторождения газа России с турецкой газотранспортной сетью для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Маршрут газопровода начнется на российском берегу вблизи города Анапа и выйдет на берег Турции приблизительно в 100 километрах от Стамбула, недалеко от населенного пункта Кайкей. Газ по газопроводу пойдет уже в конце 2019 года.